Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о новом, весьма необычном продукте «Лучник». Что же он из себя представляет? Казалось бы, с виду обычный планшет с установленным на него программным обеспечением. Однако планшет используется всего лишь как пульт управления для, я бы сказал, революционной для нашего времени технологии. Технология позволяет, говоря простым языком, получать дополнительную энергию, улучшать наше физическое состояние и даже избавляться от ряда проблем со здоровьем. Все это достигается путем воздействия на биополе. Возникает резонный вопрос, какую энергию и при чем тут биополе? Вспомните, все мы когда-нибудь встречали людей, которых называют энергичными. Чаще всего это люди полные сил и уверенности. А задумываемся ли мы, чем такие люди отличаются от остальных? Очень просто, избытком энергии, которая позволяет им быть активными, быстрее добиваться результата и даже дарить ее окружающим, тем самым как бы заряжая их. Эту энергию нельзя потрогать руками, однако она вполне реальна и оказывает огромное влияние на нашу жизнедеятельность. Знания об этой энергии используются в восточной медицине, ею активно заинтересовались современные ученые. Эта энергия вырабатывается нашим организмом. Часть ее идет на поддержание жизнедеятельности. Часть накапливается в структурах, связанных с нашим физическим телом, называемых биополем. Оно невидимо обычным глазом, однако вполне реально. А изменения биополя передаются на физический организм, что уже зафиксировано приборами и доказано современной наукой. Однако некоторые научные деятели до сих пор по инерции продолжают отрицать ее существование, поддерживая скептицизм в отношении всего того, что не могут потрогать руками. Технология «Лучник» появилась на свет благодаря замечательному ученому, академику Николаю Викторовичу Левашову. Принципы ее действия основаны на его многочисленных исследованиях, трудах и знаниях. Революционность данной технологии заключается в том, что в основе ее лежит принцип управления энергиями, из которых состоит биополе. А чтобы управлять ею, необходим механизм связи, реализованный посредством жидких кристаллов, широко применяемых в современных устройствах. Именно поэтому в качестве пульта управления можно использовать практически любой планшет или смартфон. Технология невидима, однако виден результат ее действия. Благодаря технологии «Лучник» мы можем получить дополнительный источник энергии, почувствовать прилив бодрости и сил, улучшив тем самым качество жизни, что само по себе уже немало. Кроме того, поскольку вирусы, бактерии и другие вредные для нас микроорганизмы имеют свое биополе, технология способна создать условия, подавляющие их жизнедеятельность. А самое главное, технология позволяет корректировать биополе, устранять его повреждения, тем самым исправляя нарушения в самом организме. Честно говоря, когда я узнал об этом, я подумал, как здорово, не нужно пить таблетки, делать болезненные процедуры. Нажал на кнопочку и, скажем, через 5 минут ты здоров. Наверное, многие мечтают об этом. Однако не все так просто и быстро. Дело в том, что изменения биополя происходят гораздо быстрее изменений физического тела. Причем на скорость этих изменений оказывает влияние множество факторов и индивидуальных особенностей каждого человека. О том, как данная технология влияет на людей, можно ознакомиться в разделе «Отзывы» на сайте производителя. Итак, давайте перейдем к делу и вместе посмотрим на данный комплект. Открывая коробку, сразу видим предупреждение. Данный комплект для индивидуального использования. Первые и последующие включения пользователь должен производить самостоятельно. Это важно. В комплекте у нас планшет, зарядное устройство и инструкция. Так как технология весьма необычная и непривычная, производитель рекомендует внимательно с ней ознакомиться. В инструкции у нас введение, описание принципа действия и предупреждение. Далее описание, как включать, как пользоваться программой, как заряжать. На мой взгляд, все очень доступно и понятно. Сам планшет довольно симпатичный, имеет встроенный чехол, однако не противоударный. Будьте осторожны. Включаем. На экране появляется заставка. Фирменный логотип «Лучник». Рабочий стол с одним единственным ярлыком для запуска программы. Производитель отключил все остальные функции планшета, так как он используется только для управления технологией и ничего более. Запускаем программу. Что мы видим? Экран блокировки. Своеобразная защита от случайного нажатия. Передвигаем кружок направо и попадаем в саму программу. Интересное ощущение. Это, видимо, идет воздействие на биополе.
Производитель пишет, что у всех людей данные ощущения могут быть разными. Кто-то чувствует мурашки, кто-то покалывание, а кто-то ничего, в зависимости от чувствительности пользователя. В программе предусмотрено воздействие на биополя 16 систем организма. Кроме того, коррекция 12 причин, вызывающих их поражение. И профилактики 197 у мужчин и аж 204 нарушений биополя у женщин. Зайдем в системы организма. Тут все просто. Нажимаем на нужную нам систему, загорается зеленый огонек. Значит, система включена. Нажимаем еще раз, огонек погас, система выключена. Что интересно, предусмотрена шкала, которая нам показывает уровень нагрузки. Чем больше мы включаем систем, тем меньше уровень нагрузки на каждую. Это сделано для того, чтобы не превышать максимально допустимую нагрузку на биополе и организм. Переходим к следующему разделу «Обозначение органов и систем». Здесь ничего не включается, просто показано, какие органы включает в себя та или иная система. Переходим в следующий раздел «Коррекция причин поражения». Здесь одновременно можно включать не более 3 позиций. Это тоже защита от чрезмерной нагрузки. Переходим в раздел «Профилактика». Здесь у нас 10 острых состояний, профилактику которых можно включать как отдельно, так и совместно с системами коррекции. А вот на следующем экране профилактики уже можно будет включать только отдельно, причем не более 36. Это также сделано в целях защиты от перегрузки. Все подробно описано в инструкции, рекомендую внимательно с ней ознакомиться. Для выхода из программы нажимаем на соответствующую кнопку и выходим на рабочий стол. Ну вот, все просто. Так что же такое лучник? Фантастика или реальность? Решать вам.